Итак, мы находимся в нашей новой студии. Вот такая она. Это Андрюха Демин. Здесь у нас будет что, Андрюша? Здесь у нас будет... Друзья мои, сие есть место царства Святого. Фотографии. Посмотрим направо. Это совершенство. Это совершенное место, где будет происходить таинство записи и таинство обмана людей. В общем, вот это будет большая тон-камера. Просто огромная тон-камера будет здесь находиться. Вот. Здесь у нас будет коридорчик. Коридорчик. Вот на протяжении. Вот этот коридорчик. А здесь у нас будет находиться фотостудия. Большая. Вот, здесь мы разбираем уже, делаем разбор, демонтаж это называется. Вот, работаем. Работаем на благо фото и видео картинки. Вот это все будет одна большая фотостудия. Достаточно большая, да, Диман? Да. Вот, здесь у нас будет монтажка. Скорее всего, двухэтажная, потому что потолки позволяют. Вот, здесь монтажка. Ну, а здесь у нас это все фотостудия. Фотостудия размером примерно метров, ну, наверное, 9-10. Где-то примерно на... Ну, плюс-минус 6 метров. Вот, и самое прикольное то, что мы здесь, вот на этой глухой стене, здесь будет вот так вот глухая стена, вот так вот. Вот здесь будет циклорама. Нормальная, человечья циклорама. Вот, не доверю ее никому строить, буду строить сам. Вот. О, столько у нас тут гипсокартона, под ногами все валяется, грязно. Ну ничего, будет чисто и красиво. Были мы в ладье, но нас оттуда немножко выгнали. Просили оттуда нас уйти. Но мы нашли это помещение и будем здесь работать. Диман, что делаешь? А? Стеночку ломаем. Стеночку ломаем. Ты профессиональный стеноломальщик? Стеносноситель. Покажи, как ты это делаешь. Ух ты! Ладно. Короче, так вот и фигачим. Так вот и фигачим. Так что, добро пожаловать в нашу новую студию. Работаем, ребята. Работаем.